Не спрашивайте, что мы делаем, но клиент пожелал. Не, начнем с того, что это не клиент, это общее желание. Вот так вот. Общее желание, общий колхоз. Конечно, мы знаем, что это будет неровно. Конечно, мы знаем, что нужно капнуть масло. Дать масло? Давай. А ты уже записываешь. Каждый день? Другого масла. Может быть, даже и нужно, но хотя бы так. Пока идет легко. Ну, кстати, у меня вообще жестко вырвало. Все, вкрутили мы ремкомплект, пока без фиксатора, просто так попробовать. Педаль, что-то на педаль, по-моему, резьба хреновая, нет? Ну да. Спрашивается, а что крутишь? Я не знаю, дурак. Давай другую педаль. Все это от руки, просто попробовать, как это работает с правым метчиком. Это сейчас вот можно пальцем, грубо говоря, выкрутить. Без фиксатора, без всего. Ну, в целом заходит, все нормально. Ну, понятно, что надо на локтайт сажать. Я на бы красный, да? Да, на красный. Прям, причем так надо хорошо так посадить. В общем, нормально. Окей.